В этот четверг во всем мире отмечают День добровольца. Сегодня принято благодарить всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям. В Тверской области дан старт конкурсу «Я эко-волонтер». Прием заявок начнется 15 января 2020 года. Конкурс направлен на выявление лучших волонтерских инициатив по воспитанию ответственного отношения граждан к окружающей среде, участию в сохранении экологического баланса Верхневолжья. Экологическое волонтерство – один из самых популярных видов добровольческой деятельности в регионе. Активисты принимают участие в акциях по посадке деревьев, в субботниках следят за чистотой своих городов и районов, проводят встречи со школьниками, с которыми обсуждают вопросы экологии, рассказывают об эко-акциях и разъясняют правила утилизации коммунальных отходов. Большое значение, по мнению главы региона, имеют инициативы добровольцев по сохранению природных ресурсов Верхневолжья. Это важный вклад в реализацию в Тверской области нацпроекта «Экология». По итогам 2018 года Тверская область заняла первое место по ЦФО по волонтерскому движению. Мы полагаем, что это очень полезная работа, которую мы видели и в выборном процессе, и в направлениях социальной защиты, поддержки населения, в образовательном направлении, в развитии патриотического воспитания. У нас такой, так сказать, очень хороший, наверное, исторический тренд по волонтерству. Будем его сохранять.